А вот и павильон Африка. Рассказывала я вам про этот павильон. Значит, сюда сейчас и пойдем. Надеюсь, здесь охранники хорошие и продавцы адекватные. Все, пошли. А там никто не справился? Все, заходим мы в Африку, павильон Африка. Hello. Что здесь всегда было? Это были яркие продавцы, всякие яркие одежки, типа такие. О, Наташа уже заинтересовалась чем-то. Ну, просто мне он нравится, как будто я реально в Африке. Мне уже помазали ручки. Да. Класс. О, эти яркие одежды, о, это класс вообще. Всякие фенечки, браслетики. Что именно? Камушки? Вот, да. Наташа уже камушки заинтересовали. Это как я забыла. А how much this? 15, 15, но последняя цена 10. То есть за тендерхам. Ой, все. Какая классная штучка. Вау. Да мне надо такое для студентов в школе. Так это вообще дешево. Так 10 дирхам можно же на подарки взять кому-то. Ну, слушай, мы такое, я подумаю сейчас. А как этот камень называется, Наташ? А я не знаю. Ну можешь уже его от меня снять, а то я с камерой. Ух ты, сейчас мы так подумаем и, наверное, возьмем что-то. А это он холодный. Ну да. Он холодный, может, класс. Может, даже где-то и натуральный. Классно вообще. О, а вот и фенечки, которые я хотела. Я хотела себе пару вот таких фенечек взять. Сейчас мы себе и выберем. Все, выбрала такую ниточку себе. Ага. О, да, прикольно. Ага, если все развязать легко. Я его завязываю. А, можно на бантик, можно так. Но я на бантик не люблю, потому что он это рассыпется. Ну как такая фенечка? Ну, симпатично. Мне нравится. Вот этот браслет. 10,7 долларов. И хочу взять на подарок. Ой, чем-то запахло так. А где этот браслет, который вот. Я... Ну вот, три выбери какой-то из них. И один этот возьмем, то есть будет 20 дирхам. Здесь мы купим. Отличненько. Я хочу больше взять, самый большой диаметр. Давай. Этот больше, и этот больше. Вот этот я возьму, наверное. Ну. Я тебя уже просила его померить, да? Я померила, да. Все, они, классно. Мне кажется, плюс вообще одинаковые по размеру. А ну еще раз можешь одеть? Да. А мне этот еще нравится. Посмотрите, вот этот классный еще. Нормальный, да, вот такой вот? Прикольный. А ну распредели мне браслет. Как распределить? Ну красиво, чтобы были они. Ну красивый. Ну, красивый. Я вот не помню, вот что возьмем. Это. Но это не агат. А может и агат, слушай. Ну, не сердяли. Кто узнал камешек, пишите, что это. Ну вот классный рынок, мне очень давай. Нравится. И яркий. Яркий. Да. Яркая Африка. Карт, can I pay card? Yeah, I'm a piece. Oh. Two piece or one piece? Two. This one and two. Two. This one? This and this. Okay. This one 10, this one 15. 10, 10. Told woman 10. Told to no, the 10. She told 10. Good. Not there, this one. Why you this small? This small? No, small like this one. Okay. This okay, one. Okay, 25. Ага, это они говорят, вот эти маленькие, типа по 10, ну и не знаю, что это. Как бы нефрит, но может быть, а может и нефрит, я не знаю, но они реально... Может, сейчас уже научились так подделывать камни, что они реально холодные становятся, но я даже не знаю. Мне нравится, для крестной вообще отлично. Ой, люблю камни. Хотя это знание пришло, не знание, а любовь пришла с годами. Их уже столько. О, смотри, можно все рассчитаться, это карточка. Do you have package? Yeah, yeah. Little, give me please. Ох. Так, а что здесь? Классный подделочки, подарок. Смотри, ступочки какие. Ну, такие эти, как они называются? Ой, помоги, какой помоги. Красивый. Ой, ключ, какой ключик. Посмотрите, просто класс. Это подарок. Yes. Я, наверное, так пищала, что он засмеялся. Мужчина смеется с кулечка, что нам кулечек понравился. Так, мотоциклики из металла, машинки из фанты или что это такое, не знаю, с крышечек. Прикольно сделано, деревянные реально. Машинки. Когда мы на Занзибаре были, реально. Ой, вот что это за яйца? Смотри, яйца какие-то, яйца, кошелечки, сумочки. Ой, обожаю это, да.
Возьми себе это, соседям будем. For neighbors. Thank you. Так, ну что, передаем тебе слово. Да, хорошо, давай, Наташа теперь будет рассматривать, может, что-то Наташа себе купит. Ой, да вроде это, вот, смотрите, пожалуйста, у кого это желание купить нечто под Hermès, да, пожалуйста, шлепочки. Hermès здесь есть. Да, есть. Ну, много масел, много кремов. А у меня такое яркое. Чего мы стоим? Яркое. Давай проходим. Hello. О, смотри, что-то из Кении. Ой, какое оно все яркое. Папайя крем, это хорошо. Ой, я не могу эти, смотри. Попугаи. Цветные попугаи и маски, кстати. Маски. Ох, у меня у брата вся квартира в масках. А куклы какие. Боже, какое оно все яркое. Какое оно красивое. Ложки. А ну, что тут? Привет. How are you? Still alive, thank you. You like masks? Ой, смотри, какие это. А, Мадагаскар типа или что? Нет, они сидят, поняла? А, я думала, как это из мультика. Не-не-не-не, нет, тут лев и, я не знаю, ну это не львица, боже, как она, я них не разбираюсь. Вау, в этих кошках. Смотри. А вот из этих? А, красивая фигурка. И how much this? Кенни? How much this? This 20? 20? Yes. Красиво, вон лодка есть. Классно сделано, вообще, ну, красиво, конечно, красиво. Как сувениры, обалденно. А мне еще нравятся вот эти украшения из бисера. Они так любят эти украшения, они так красиво смотрятся на самом деле. Thank you. Thank you. Смотри, какие машинки здесь можно сделать. Ребенка посадил в машинку. А, ну да, да, да. Я не буду показывать эту. Идем? Да. Затор небольшой. Вон барабанчик, обтянутый натуральной кожей. А вон знаменитая надпись «Акуна Матата». «Акуна Матата». Не парьтесь, все будет хорошо. Мы на это очень сильно надеемся все. Да, это точно, только на это и надеемся. Так, что здесь еще? О, это как бивни, да? Сделаны. Маски. Какие платья. Hello. Hello. Sorry. What do you need? Dress Africa? Yeah? Oh, we was in Africa only in Zanzibar. You know? Zanzibar. You wear Akuna Matata. No problem. Da, I make for you. Where are you from? Ukraine. You live, you go Zanzibar how many days? Oh, it was maybe 10 days. 10 days? Days, but it was 5 years ago. Welcome to Africa. Oh. You need bracelet? Oh, you know, we have after visit Zanzibar many, many bracelets. Oh, какой красивый это. Спасибо. Да, вы же русский знаете, you know Russian. Красивые какие. You need also your clothes. Ага. It's leather. You open. Ага. You closing. It's leather. И how much this? This normal price I sell 50. For you 30 dirham. Ага. Красивый. Лето у нас тоже жарко сейчас, поэтому. Да? Leather. Leather. Кожа. This leather. Where leather? Look. Here. All leather. This one. You closing. То есть он как бы вечное пользование. Такая женщина красивая. Она, правда, просила не снимать. Also no hard, you can choose. Вообще ярко. What color you like it? We like it, but we have. Нет, we have several. We have several. I have another, you know. This good one. Really good. Very good. Very good. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Ой, слушай, он реально так машет, скажи. Так может возьмем? Потом возьмем. Да. Подожди, поддержали бы женщину, да? Ну поддержим. Очень приятная женщина. Ну что, народ, как вам павильоны? Турция, Африка. Очень дружелюбные люди, мне очень нравится. Ну, что, Наташа, что там уже увидели? Здесь дружелюбные, да. Да, здесь классные люди. Я хочу показать эти вот из этого. Угу. Кстати, уже и толпа стоит, я так скажу. Сейчас посмотрим, что это такое. Боже, какие сумки. Боже. Это сумочки? Я не знаю. Да. Такая модная сумочка для телефончика, для денежек и вообще как пахнет, бы... конечно, так. Кожа? Ну, кожа, но она не нормальная. Она выделенная. Красивая, народ здесь стоит.
Насчет удобства я не знаю. Посмотри. То есть оно вот сюда... Телефон, наверное, только. Ну, телефон и карточки для денежек. А вот такие, кстати, масаи на Занзибаре. Вылитые масаи. Рогатка. Вот это нужная вещь. Да, точно. Мне для студентов надо брать. А how much this? 30. Вот это нужная вещь. Так, а что это такое? Брелочки, посмотри, какие. Ну, что за такой хобот прикольный? Слоник. Класс. Слоник, еще слоник, посмотри. Слоник кожа. Или кролик? Camel lizard, camel handmade. Camel? Yes. From camel. Yes. Верблюд. From camel? Yeah. Oh, poor camel. Yes. А how much? 20. 20, да? 20. Если я так понял, то верблюда мне жалко. Where are you from? Ukraine. Украина. Да, Украина. Where are you from? Egypt. Наташа угадала, что мальчик из Египта. Как она так угадывает? Красиво сделано, конечно. It's all 20. А смотри. Ой, это кто? Свинка, нет? Свиночка. Нет, а смотри, хвост какой. Кто это? Свинка. Крас. Так, ну идем дальше. Ну, 20, в принципе, это. Слушай, ну запах как бы есть, но такое это, ну, нормально. Ну, не практично. Ну, красивенько, но мне кажется, не практично. Сзади меня охранник идет, да. Я потихонечку камеру выключу. Нет, это меня снимаешь. А, я тебя поправляю, как ты поправляешь волосы. Да. Все. Смотри, как фонтан придумали. Смотри, ох ты. Это что сейчас, шоу фонтанов будет просто? Ну, дубайское шоу фонтана, смотрите по ссылке в описании. Здесь какое-то интересное шоу. А, и все, и прекратилось. Так, ну вышли мы из Африки. Кстати, охранник тоже к нам придолбался. Но мы я ничего не понимаю. Да. То ли мы какие-то со счастливой звездой в этом голове, то ли... Все снимают Экспо, все снимают Global Village. Что к нам пристают постоянно? Не снимайте, нельзя. Блогеры, и что? А кто увидит ваше это? Кто придет сюда? Кто узнает? Алло, народ, что-то с вами не так. Так, мы попробуем еще попасть в Индию, да? Давай, Наташа, идем. Посмотрим, что такое в Индии. Вот зашли мы в павильон Индия. Так как security стоял на входе, я вам не снимала вход. Ну вот такие красивые здесь фотки. Ароматы. Ут эль анфар. Я, кстати, не уверена, что это индийский. Название какое-то арабское, да? Почему? А? Кашмир базар. Возможно, я ошиблась. Красивые платья. Как-то очень для Индии все спокойно. Честно, какой-то такой очень, очень... Спокойный павильончик. Ну, такое тоже здесь обязательно будет чай масала, ароматы, приправы, скорее всего, мази. Вон куча пашмины всякой, платочки, шелк. Ну, вот эта полочка. Нужно ходить, гулять и наслаждаться жизнью. Кстати, кто-то спрашивал про парфюмерию Аджмал у нас в комментах. Вот, она здесь тоже есть. Так что можно зайти, понюхать, посмотреть. Ну, как сейчас продавец занят, мы не будем спрашивать. Но есть много ароматов. И я думаю, ну, что-то для себя вы найдете обязательно. Тапочки очень красивые. Интересные, да, такие. Это же типа эти, как... Ну, не знаю, как в них ходить, если честно. Так-то оно красиво, а так... Ну, яркие такие. А how much is this? Yes, madam. А, sorry. 100. 100. 27 долларов. 100 дирхам, 27 долларов. Они симпатичные, но удобные ли они, Наташа? Ну, не знаю, девочки меряют, могут быть. Не знаю. Мне удобно, когда с каблуком есть. Хотя... Кстати, напротив Индии павильон Египет. Африка, мы здесь были, смотрите, какой большой. И дальше еще что у нас идет? Дальше несколько ресторанчиков идут. И тоже за Африкой тоже идут разные дома, разные страны. Сейчас, наверное, еще парочку посмотрим. Надеюсь, все будет хорошо. И на нас никто камеру не заберет просто. Подходим к странам, как Саудовская Аравия, Марокко, там Иран, Йемен и Кувейт с вредным охранником. Сейчас, возможно, зайдем в какой-то из этих стран, домов, и, в общем, вам что-нибудь покажем. Зашли мы в Саудовскую Аравию, сразу видим целую кучу фиников. Hello, how are you? Вау, это просто вкусняшки. Наташа, будешь
Будешь пробовать? Давай. No, thank you. I'm full, thank you. Я, честно, боюсь. Наташа постоянно все такое пробует, а я еще не из этих... Это мы с тобой их покупаем. Я даже не из-за вирусных времен, а из-за того, что мало ли. Сейчас как припустит в туалет, а извините, здесь такие очереди. Смотрите, просто мой палец и этот финик. Это огроменный финик просто. Вот разные сорта, мы не совсем их отличаем, но вот эти вот почему? Вкусные. Почему мы их покупаем? Это как карамель, это свежие еще такие. Офигенные, офигенные. Why? You are so beautiful. Habibi, Mafi Flus. Good. Thank you. Ну классные. Вообще, столько сортов финики. А это инжирчик. Вот даже ради фиников стоит зайти в саудовский киоск. В саудовский дом. Наташа хочет попробовать эту. Инжир хочешь? Мягкий, да? Надо посмотреть, потому что он, конечно, мягкий вкус. И все-таки какие-то печенюшки еще есть. Что там по цене просто? Вот такие мамулы, кстати, рекомендуем. Ой-ой-ой. Так это печеньки с финиками. Очень вкусно. Thank you. I'm full. Thank you. I'm full. А ну. Ну как Нет, тебе? Он не очень мягкий, но он очень вкусный. Вкусный? Да. Надо узнать он цену. Называется Aluva Dates. Aluva Finiki. Ой, как хорошо в Саудовской Аравии. И ароматы, кстати, есть, и всякие. И мед очень вкусный здесь есть. Сколько стоит? 60 дирхам. 60 дирхам килограмм, это нормально, по-моему. Все, берем полкилограмма, вкусные, свежие, стоят они... Они совершенно другие. Я карточкой от метро решила рассчитаться. А вот смотрите, как интересно, Black Seed Oil. Это самое, это масло, которое лечит от всех болезней, кроме смерти. В общем, от всего, от всех болезней. Класс. Сколько это стоит? Не знаю, спроси. И смотрите, сколько меда. Вот 1 килограмм 400 дирхам, этот 500. И мед, помню, давали пробовать, и мы его тоже так объелись как-то вообще сильно. Он мне дал попробовать. Попробуй, давай. Вкусно? Вкусно? Жесткое, жесткое. Thank you. Вау, вау, вау. А ну, again. Вау! Вот это медок! Тебе парень дает, я тебе твою реакцию. Ой, оно такое, знаешь, горло дерет. Ой, такое бодрящее. О, как будто я машина, и у меня... Yes, it's... This water, flaxseed, 180. 180. Yeah. How many? 180. Ага. Не, no. Five. Yeah, size. 250 милли. 250 миллилитров. Ага, ну дорогое. Ага. В общем, зависли мы здесь, по-моему, чуть-чуть. А вот что это 250 килограмм, а с цинамоном, с корицей 300. This 100 милли. 100 миллилитров? 100 милли. Yes. 100 грамм. 100 миллилитров, $27. $27. 1 миллилитр доллар, да? Ух ты! Фантастика. Может и натуральный, о, я уже не буду. Не, ну просто как бы вкусно, вкусно. Ну много всего, каждый раз ходишь и пробуешь. Ну это классно, ребята, очень дружелюбные. Ну как? Прикольные? Как мед. Как мед. Марбай. А вот и с Марбай. Марбай, алеша, три. Три? Дерево? Марбай. For три, Марбай. Марбай. Мед из дерева, ну это логично. Марбай. В общем, такой веселый павильон Саудовская Аравия. Очень нравится, очень приятный. О, вот смотрите, China, Китай. Интересно, вообще в Китае что-то может удивить? По-моему, в мире столько китайских товаров. Не знаю, там еще где-то Ливан есть, за ним какие-то фонтанчики. Вот шоу тоже маленькое. Ну что, Наташ, пройдемся в чайную, попробуем. Давай. Вот нас встречают такие... Интересные статуи львов. Это же львы, да? Да. Возле них уже фотографируются. Ну, красиво. Сделано красиво. Как вход, класс.
теперь еще осталось, чтобы секьюрити были адекватные, и мы вам что-нибудь интересное там показали. Ну что, народ, это Китай. Много одежды, всякие такие вот бижутерия, игрушки. Все китайское, да. Ночное белье, постельное белье. Просто много всего, да? Линзы для глаз, для макияжа, кисти, ресничка, все, да. Что вы хотите. Это Китай, и здесь все много здесь людей. Для как маленьких, Китай. Для взрослых, для разных людей. Вот что понравилось, смотрите, манго. Здесь такие ананасики уже прям разрезанные и выложены для смузи. Интересно, вот смузи делают, думаешь, а может это они в соусе чили, нет? Не знаю, может и в соусе чили. Ну, Китай такой, ну, скажем, китайский. Кроссовки китайские, все китайское, все made in China. Main China. Наташа тут нашла антистресс в этом. И я нашла прикольный. 10 дирхам. Ой, такой. Смотри, антистресс вот, стоит прикольный. Смотри, вот тут эта мышь какая-то. Вот это вот еще это. Микки Маус прикольный, да? Ну, не знаю, Микки Маус. Ну, этот, наверное, подороже. Ну, маленькие такие по 10 дирхам. Я сама уже хочу. Ну, такое все интересное, китайское. Вот большая такая сумочка антистресс. И вот сумочки. Ну, и, конечно, обложки телефонов. Классно. В общем, может, еще что-то есть? Вот такое вот китайское чудо. Наташа вот купила, да, себе эту штучку. Ну, да, потратила кучу денег. Покажи просто его, хорошо? Такой себе мишка, как Микки Маус, да, за 10 дирхам нормально, за 2,7 доллара, зато она сейчас ходит и не нервничает. Адекватно воспринимать людей, надо в две руки такие штучки. А вот Ливан, кстати, тоже такая яркая улица, и на ней находится Ливан. Ну, идем Ливан, посмотрим минуточку. А вон что там? Макдус. А, йогурты. Макдусики, это как кабачки эти прикольные. О, thank you. Welcome. Ух ты, люблю этот павильон, Ливан. Тут и оливочки продаются, и всякие соленья вкусные. Много людей стоит, покупают. Класс. Вкусно, Наташа? You love it? You want to taste this? Oh, this is nice. This way. It's grilled, yes? Yeah. You want to taste? I don't know. Maybe taste not. This. It's very, no, I want what this taste. This? Yes, yes. Это красные, классные оливки на гриле, очень вкусные. Секьюрити на нас посмотрел и прошел. Ну как? Читал твари сауэ. Сауэ, сауэ. Сауэ, да. Take this. No. This not salt. This is bones. This is good. Good? Good, yeah. Наташка напробуется сейчас. Вот какой Ливан красивый, с такими часами. С продавцами мы напробовались оливки, но они какие-то кисловатые, нет, да? Для меня кислые, да. Ну, вот, прикольный такой, тоже всякие украшения. Ну, идем дальше. Все, увидели Ирак, идем в Ирак. Я помню, что в прошлый раз он нам очень понравился. Что такой тоже дружелюбный, много, значит, картин продается, по-моему. Очень много, типа, как дубленок или чего там продавалось, что вроде такого. А, в Пакистане это было, перепутала. Ну ладно, давай зайдем в Ирак, посмотрим, что в Ираке. Такие прикольные украшения, очень красиво сам по себе сделан. Да, в таком древнем стиле. Конечно же, всякие печенюшки. Концерт, наверное, скоро будет. Ну, интересно. Картин, очень много картин. Картины, ароматы, платья. А, и ковры, вот ковры, наверное, в прошлый раз. Что-то нам понравилось, помню. Ароматы даже снова такие. Бахурница, укурница, помню. Есть такое. Ну, Наташа говорит правильно, бахурница, а я шучу, говорю укурница. Ух ты, что нам такое? Ух ты, thank you. Number one. I am top. You are top? I am top. Okay. Everybody Photoshop. Прикольная такая фигня, да? Ну, я ела вкуснее. Thank you. That's great. Это очень вкусное. This boy top. Thank you. Приятный парень. Подбежал, сказал, я топ, я здесь топ. Класс, да? Смотрите, как красиво. Здорово. Просто сделано очень красиво в таком, сильно, наверное, иракском стиле. Ну и ковры. Знаменитые иракские ковры, да, есть такое? Думаю, есть. Иранские, прикольно. Иракские, не знаю, иранские, да. Все. Так,
Ну, сейчас вышли из вкусного иракского павильона, и сейчас мы пойдем на Railway Market. Да, как это? Метро, железная дорога? Не, не метро, железная дорога. Железная дорога, где нужно покушать. Базар, железная дорога. Да, вот такой колоритный молодой человек разливает чаек. Здесь уже такие развлекушки начинаются, карусельки для детей. Но мы туда обычно не ходим. Но идем посмотрим, что там есть. Это что, там такие страшные, высокие? А, ну да, не только для детей, конечно. Ну, идемте посмотрим, что же там. Где сладкие вещи могут случиться? Ну, давайте. Удивите меня. Ты сейчас слышишь звуки? Да, и звуки, будто мы где-то в поезде. Ну, вот такие вагончики, где продается еда. Да ладно. Тайландский кейк. Тайский какой-то кейк. Я думала, это мыло какое-то продается. Не, ну, прикольно вообще. Лавр, джели. Такие джели. Ой, как мигает. Надо отходить отсюда. И давайте все пойдем Таиланд. Посмотрим. Вот еще здесь есть удобно упакованные разные фрукты, типа маленькие мандаринки, такие яблочко. Помело, грейпфрут, гуава, по-моему, да, это что? Это яблоко или что? Не могу понять. Не, по-моему, яблоко. И это что? Вообще даже не понимаю, что это. Не можем рассмотреть. Вот эти вот трамвайчики, рельсики, где продаются вкусные деликатесы. Дальше мост. Очереди, Наташа. Ну как, нормальное настроение? Все классно? Да. Все прекрасно, все замечательно. Еще хочу куда-нибудь пойти. Ну все, пошли. Пойдемте. Смотрите, а здесь павильоны Японии, дальше Кореи, прикольно, да, и Таиланда. Добро пожаловать в королевство Таиланд. Сейчас где-нибудь, в каком-нибудь из них мы побываем обязательно. Павильон Японии такой, очень какой-то, не знаю, не сказала бы, что японский. Всякие куклы, футболки, дерево сакура типа. Аккуратно. Извиняюсь, там мужчина прямо Наташа не меня, на него. Наташа меня прям подхватила. Ну, оформление прикольное, но как-то здесь такой какой-то дух Японии я не чувствую вообще как-то. Ну, есть японские кейки, правда, мы вкусные пробовали, когда мы в Манграх путешествовали по Абу-Даби. Но здесь, ну, как-то я не знаю. Ну, такой себе как-то. Не могу понять. Сейчас попробуем подснять Корею. Вот такие фигурки интересные, да? Как раз и символизирующие Корею, в принципе. Прикольно. Ну, надеюсь, будет поинтереснее, чем Япония, потому что Японию как-то мы вообще не поняли, да? Ну, что-то неясное. О, там и Эмираты есть. Эмираты. Да, тут целая куча всего. Сколько же здесь знаю, стран всего есть? Очень много. Пакистану вижу. Очень много. Ну что, мы в Корее, уже как-то интересно. Наташа видела кучу спонжиков, которые она обожает для мейкапа, да? Да. Всякие такие подарочные спонжики. И написано Korean Souvenirs, сувениры из Кореи. Когда то есть были, реально, когда наверное... Первый раз я купила, по-моему, подделка Beauty Blender. А ты не в Таиланде ее купила? В Японии. И в мне Японии. Кажется, что это как бы... Ну не знаю, если это подделка, то очень качественная подделка. Смотрите, какие классные куклы здесь. Ну, по крайней мере, дух Кореи здесь чувствуется. Ну, наверное, корейская косметика. Интересно, а Тони Моли есть? Да, надо посмотреть. Нет, здесь интересно. Здесь ну, прикольненько. Ну, то, что я знаю. Хорошая косметика есть, да? Ну, не знаю. Корейская. Знаешь, кому что подходит, тому и хорошо. Кто-то вообще не пользуется ничем, и прекрасные лица. Ну, вообще, снова есть вкусняшки, снова есть всякие сувениры, товары, одежда. Ну, давай, да, сейчас зайдем, посмотрим косметику обязательно. Если что-нибудь увидим интересное, вам это покажем. Смотри, какой мы скраб обнаружили. Вообще, сначала думаю, что это вкусняшка. Стоит 90 дирхам. Интересный такой. Вообще, вот такой вот скраб вкусный, который хочется съесть. И такие вот губки. Класс. Пишут, сделано в Корее. О, народ, да, мы в Корее. Смотрите, сколько здесь по тематике игра в кальмара. Просто целое, я не знаю что. Целое достояние. Посмотрите, просто все эти треугольники, костюмы, зеленые костюмы. Вообще прикольно. Помните, карточку он давал в визитную? Вот печенька даже есть. Даже печеньки есть. Вообще прикольно. Конечно, да. Да, вот такие корейские сувениры.
Ну вот тоже корейские такие, не знаю, это или сувениры, или здесь вот развлекаловку такую делают. Прикольно. А? No. Кстати, Корея интересно представлена. Пообщались мы с охранником. Он сказал, просто нужно специальное разрешение от правительства, которое стоит 5000 дирхам, о котором мы рассказывали. А это вот, вот прикольные тут про корейские рестораны, про все. Наташа спросила бесплатно, и все, кто услышал, помчались просто брать вот такие штучки бесплатно. А вот сейчас мы отправимся в королевство Таиланд. Ну, посмотрим, что там интересного тайского. Кто был в Таиланде, пишите, сравнивайте. Пошли. Заходим в Таиланд. Тут очень много мазей тайских. Прикольно. Очень много также сувениров, всяких тоже интересных одежд. Очень много людей. Как Наташа сказала, наверное, это тот же Китай, что очень много всего также в Китае сделано. Может и не факт. Может и не факт, но когда-то мы брали хорошую косметику и маски в Таиланде, это я понял. Ну, я помню, в реальном Таиланде. Помнишь, из это натуральные как бы таблетки были, как будто бы как натуральный антибиотик. Никому не помогал, ну, а мне помогал. Вот, кстати, допустим, три платьишка за $27. Одно 40 дирхам. Честно, людей просто очень много. Вот, снова такие мази интересные. Кто был в Таиланде, может, узнаете. Я не помню просто уже никакие мази. Ну, наверняка они хорошие и качественные. Кстати, Наташа говорит, что на одежде написано «Made in Thailand», да? Сделано в Таиланде. Детские пижамки. Детские пижамки, по крайней мере. Знаете, людей куча, просто. Такое впечатление, что мы пошли в Таиланд, и все пошли в Таиланд. Такие блюда интересные, не знаю. Сделано в Таиланде или где? Тяжелый, Наташа? Нет, такой пластик. А, типа пластик? Ну, красиво типа сделано. Типа это пластик. Ну, такой Таиланд тоже немножко удивил, что это совсем не Таиланд. Ну. Нет, ну хотя Таиланд и далеко, все-таки таиландские слоники, я их помню. Какая красота, все-таки они здесь. Нет, все-таки кусочек Таиланда здесь есть.